Беларуси. Это организация, которая объединяет в себе ассоциации, как областные, так и многие профильные. Вот, сегодня в конфедерации входит уже свыше 30 различных объединений республики. Третий год конфедерация проводит конкурс вместе, совместно с Министерством экономики «Лучшая область, лучший город для бизнеса», то есть где лучшие условия для развития бизнеса. Что оценивается? Оценивается став данные, но не меньше оценивается та работа, которая проводится не на равном уровне, а которая проводится по популяризации бизнеса, по привлечению молодежи, по взаимодействию с органами государственной власти, с тем, чтобы интересы бизнеса совпадали с интересами государства и были направлены на решение основных задач социально-экономического развития того города, той области, где мы с вами живем. Так вот, вчера были подведены итоги, и среди областных центров победителем вышел наш Витебск. Ну, почему Витебск? Ну, наверное, совместная кропотливая работа органов исполнительной власти, ассоциации предпринимателей общественного объединения, наверное, позволила городу принять участие в подобном конкурсе мероприятий. Честно сказать, мы не ожидали, что мы можем по каким-то параметрам и цифрам быть лучшими. Но вместе с тем, если сравнивать город Витебск с другими областными центрами, то сегодня, да, город по многим позициям, даже по большинству позиций, лучше лидирует. Как вы думаете, вот такие проекты, как «Лучший работодатель года» и, допустим, вот стартапы, которые от ассоциации, они какой-то вклад в эту награду внесли? Однозначно. Вклад очень огромный и значимый. Потому что, в принципе, все то, что поддержано исполнительной властью в части инициативы предпринимателей, конечно же, получило высокую оценку ассоциации, зафиксировано в той же бальной какой-то шкале, и, естественно, это однозначно. Вся вот эта наша организационная работа вошла в нашу уже окончательную оценку. И то, что город проводит ежегодные фестивали, малый бизнес в фестивальном Витебске. В этом году мы, например, это мероприятие уже на одной площадке разместить не можем. До такой степени вот популярность этого мероприятия, до такой степени увеличилось количество желающих поучаствовать, что сегодня на этом Славянском базаре мероприятие пройдет уже на трех площадках. И надо сказать, что малый бизнес всей Республики Беларусь, не могу сказать, что повлияло, работаю вот как бы не первый год и организую торговлю на фестиваль, но в этом году, знаете, пора ограничивать дату приема заявок, иначе у меня уже с площадками напряженка. Но настолько, понимаете, весь бизнес, малый, я имею в виду, республики, готов сегодня приехать в Витебск. Чем больше мы путешествуем, тем больше мы понимаем, что Витебск действительно тот самый город, в котором соединено как возможность к инновациям, так и культурный потенциал, так и спокойствие, которое многие недооценивают. Но действительно хорошо, когда приезжают сюда к нам инвесторы, либо туристы, они говорят, у вас душевный, спокойный город, в котором можно создавать, творить и развиваться. Поэтому то, что наш Витебск признан лучшим городом для бизнес-инвестиций, я очень рад и этого очень долго ждал. Самый лучший город на свете – город Витебск.